Сёння ў Гомелі распачаліся мерапрыемствы, прымеркаваныя да дня памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў. Першы круглы стол прысвяцілі медыцынскім работнікам, якія прымалі ўдзел у баявых дзеяннях. Канешне, толькі ўспамінамі не абмежаваліся. З удзельнікамі вайны ў Афганістане сустрэліся нашы карэспандэнты. Круглы стол з медыкамі-афганцамі абласны камітэт Беларускага прафсаюза работнікаў аховы здароўя праводзіць упершыню. У параўнанні з агульнай колькасцю воінаў-інтэрнацыяналістаў, ваенных медыкаў на Гомельшчыне няшмат. Але самі ваеннаслужачыя абмежаванага кантынгенту іх работу ацэньваюць вельмі высока. Многія з іх засталіся жывымі, дзякуючы гэтым людзям. У Гомельскай області у нас работае 31 медыцынскі работнік, які участвовал в боевых действиях в годы войны в Афганистане. Из них половина работает в учреждении здравоохранения, половина находится на заслуженном отдыхе. Об заслугах военных медиков свечат и отриманные ими узнагороды, у тым лику боевые. Хоть подчас встречи не только взгадывали минулое и выказывали слова подяки, але обмерковывали актуальные проблемы. Справа у тым, что средний и молодший медперсонал во узброенные силы звычайно призывали с громадянских навучальных установ про заключение контрактов. Теперь этот факт уплывая на махчимость отримания додатковых пенсийных налечений, которые предугледжены для удельников боевых деяний. На медиков это положение не распаўсюджваецца. У них есть документы о том, что воинская часть принимала участие в боевых действиях, но при выходе на пенсию солдаты и офицеры получают доплату за участие в боевых действиях, а медицинские работники не получают. Мы сегодня обратились с этим своей просьбой и у Минтруда, мы обратились и у Минобороны, вот, и также в администрацию президента. Апрача таго, зараз областная организация Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане разом с областной прокуратурой уздымая пытание отрымания дотерминовых пенсий для солдат, которые проходили службу в Афганистане. Офицерам каждый год у этой краіне залишваўся за тры, а у адносінах да салдат гэтае правіла не дзейнічала. Апрача таго, значнай праблемай зараз стала сітуацыя з прафесійнай прыгоднасцю былых афганцаў. Стан здароўя многіх з іх ужо не дазваляе працаваць па шмат якіх спецыяльнасцях. Не ў апошнюю чаргу па гэтай прычыне зараз у абласным управленні аховы здароўя падрыхтаваны загад аб бясплатным медыцынскім абследаванні ўсіх інтэрнацыяналістаў. Пры іх жаданні гэта можна будзе зрабіць на базе раённых бальніц ці абласнога шпіталя інвалідаў вайны. Тым больш што тут есть специалисты, которые могут лечить ранения, отриманные у боевых умовах. Да, наши медики, они имеют большой опыт лечения таких пациентов, потому что у нас лечились еще и ветераны войны со всеми ранениями. И эта традиция у нас сохраняется. Поэтому те афганцы, которые к нам поступают, они получают полное обследование, лечение, и иногда даже мы их оперируем. На сегодняшний день мы прооперировали в прошлом году около 30 афганцев. Мы готовим совместно с управлением здравоохранения и с афганским комитетом вопрос о том, чтобы сделать приказ и осуществить обследование всех афганцев на базе госпиталя. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».